Новым годом! С новым счастьем! С новым годом! С новым годом! С новым счастьем! 2018 год наступил! Итак, наши влоги продолжаются. Это первый влог этого года. Всем с годом петуха! Ой, петуха! Все, заговорились. Собаки! Вот петуха, хорошо! Да. Ой, с новым годом! С новым счастьем! Так, Яника нам преподнесла подарок, пошла сама одна в комнату и начала делать. Да? И вот нам преподнесла дом такой наш, вот эту, с собственной вышкой. Нет, крыша дома твоего. Да. Ну. А это ну, а это вышка, да? А это у нас окна такие большие, панорамные. Да, панорамные окна. Да. Вышка, да? Чтобы звонить, смотреть телевизор. Связь была хорошая, постоянная. Да, вот именно. Хорошая, да? Конечно, а подкидывать ее вот надо, так, пап, видишь, теперь. Так, поставьте. Поставьте шампанское. Теперь ее надо подкидывать. Она пошла и сделала. Вот так, принцесса летает. Вот так вот принцесса летает. Все, дозвонились за всех родных. В принципе, у нас, о, это где-то уже возле, на бусте, ну или там, нет. Ну да, где-то там. Там два. Два даже, вот так. Со всех сторон. Звонили из Дубновьёв. Я даже не успеваю смотреть. Я поздравила свою крестную, позвонил папа. Тоже. Я даже не успеваю смотреть. Да не успеваешь нигде смотреть. Да. Куда она уже убежала? С этим домом, с нашим, а, дом-то здесь стоит. Что-то пошла еще строить. Что... Так, сколько у нас время уже? Не знаю. На время пол первого, да. Наверное, уже, да. Так, Илья хочет все-таки журавлить от Китая. Наверное, да, он Китай хочет. Китаю, где он? Китай? Журавли. Вот так вот. Илья нас зажигает. 00:32. Ну что, будем заканчивать наш влог на сегодня? Не, не на сегодня. Ночью. Сейчас, подожди, Вероника. Сейчас. Что ты, дочь, хочешь? Что ты, моя красавица? Сейчас. Что сейчас? Да, ну давай уже показывай, мальчик. Что ты хочешь, родная? Сейчас. Спиной. Что-то сейчас. Ну, покажи нам скорей. Сейчас. Будем дальше отмечать, танцевать. Сейчас. Не так. И скоро спать. Сейчас. Да, дочь? Нет. Илюш, нет. Илюш, так, не надо, нет. Илюша. Илюш. Так, ну, вот они просто. Что такое? Покажи нам, пожалуйста. Сейчас. Там тоже дом. Вот дополнение к дому. Дополнение к дому. Пусть она сама знает. Пускай. Вы, кстати, сегодня с ней ничего не делали. Да, вы не позвали ее, когда делали подарок. Она видишь, какая? Она все это запомнила, естественно, обиделась немножко все-таки. Хотя там Владик написал после нее. Да? Но она хочет так, сама у нас. Вероника! А? Потух? Потух? Сейчас баба зажжет еще. Там, по-моему, фитилю. Фитилю, все. А, все фитилю. Подожди, можно еще поправить. Найди зажигалку. Кстати, второй... Стейк мы решили не жарить. Да, потому что мы объелись этого. Мы так объелись, что уже ничего не хочется. Боже мой, вообще. Вот готовишь. Это тебе добавление крыши, да, такое? Угу. Ты наша умница, красавица. Да, солнышко наше, любимое. Что Вероничка, Ильюшка и Владик. Ты наелся, Илья? А. Так, ну что, будем на нас все-таки сейчас туда-сюда немножко уже через секунду укладываться. Да, ты попрощаемся сразу, потому что мы... А зачем прощаться-то? Нет, ну да, ну, в данный момент, до утра. До утра, да. Сейчас зажгу, мне зажгу, потом не давай взять. Давай, прощаемся. Всем до встречи. До утра. Всем до встречи до утра. Всем до встречи до утра. Увидимся с вами уже утром, когда проснемся, выспимся, надеюсь. Первый вариант. Дома детки утром дадут нам поспать подольше. Да, всем доброе утро, зрители и подписчики канала на YouTube. Так, ну что, 1 января, да, точнее, первый день. Как раз ровно 12.03. Да что ж такое отсвечивает? Да, страну. Невыносимо. Так, и что, у нас завтрак, в принципе, наверное, как и у многих, такой обильный завтрак. Такой да, вчера долго. Ну, я спать.
Был четвертый, когда хлеб. Я. Ну, 15-3 или нет? Нет, два дети легли. Дети два легли. Я слушала. Вчера я перемыла еще всю посуду, но это еще ну, пока, когда тут дети сейчас, пока бегали, раздевались, переодевались, уже помыла всю посуду. Мама, все убрали. А я салюта уши заплела. Да ты что? Сейчас бегали. Сначала бегали, смотрели то к одному окну, то к другому окну. Ну, правда, чем очень сильно, со всех сторон причем. Сам прием уже вообще просто, ну, это точно. А она что, молоко пьет? Ну, да. Спасибо. Ну-ну. Молока. Так, ладно, все, завтракаем. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Кто-то везет кому-то, кто еще спит. Будем монтировать лох, вчерашнем. Вот тут прям. Снега на улице у нас нет, как и не было вообще. Первое, да? Ну, а это ставится вечером. 1 января. Сколько? Так, ладно, все, увидимся позже. Так, ну что, у нас уже время 3 часа. День так проходит монотонно. В полулежачем режиме. Хорошо, день не проходит. Да, первый день Нового года. Решили вообще никуда не ходить. А Таня только съездит за билетами, которые завтра 9:25. На автобусе. И сегодня будем смотреть «Последний богатырь». Да. 8:30, на котором мы так и не сходили в кинотеатре. Детки, а сейчас елки. Елки один. Как-то так. Или с Ранькой еле-еле. Не, ну хоть слили нормально. Сразу с криками. Сразу с криками, да. Вечно недовольные. Ну, естественно, тут они тут бегают. И праздник каждый день должен быть. Да. Каждый божий день, утром и вечером. Укладывают. Да. Ой. Все, вроде собрался. Неужели наконец-то? Надо вечером сегодня еще собираться опять все там. Потому что за работу уже не буду собираться. С утра раньше вставать. Все, ладно, увидимся по пути. Да, снимаешь там осень. Дай. Ой, да, 108. Не золотую я осень. Я не знаю, я делала шубу, потому что... Не знаю. Ну, с коротким рукавом платья. И вот думаю, я ухарею там у ней. Так, взяла свидетельство, все, паспорта, все. Да, свидетельство, паспорта, ладно, увидимся. Кстати, в офис буду уже все опубликовывать. А, он уже готов, да? Опубликовывать. Эй, ну что у нас? Билеты куплены? Да. Да. Ты сказала, что ничего не снимала. Просто я не видел пикетинг. Что ты кричал камеру? Ты меня снимаешь, что ли? Да, ты себя. Нет, тебя. Ты отвечаешь на комментарии. Уже елку чистили. Мы по каналу, короче, с елками все елки есть. Смотреть больше нечего. Там песня «Вода» уже, потому что эта музыка не доела. Что там еще? Какие-то другие вообще фильмы там по первому каналу, по-моему, повторяется, что было вчера, да? Да. Короче, не знаю, елки мы уже смотрим, по-моему, такие тоже уже на третий раз, за 2 дня или за 3, 14-е. Тяжко. Первый, а второй. Какой-то день смотрим. Такой вообще, понятно, не валяшка. Ну, погода, во-первых. Погода, да. То есть сама сказала, что там город вымер. Город просто вымер сегодня. Вообще машин мало-мало-мало, людей мало-мало-мало по городу. А, билеты купили, да? Да, все свои билеты. Будем сейчас собираться. Ну, попозже уже. Ну, попозже, ближе к вечеру, да. У меня уже Машенька стирает. 1 января. Владика вещи на футбол. Владика вещи на футбол, 4 да. числа, не знаю, что-то поедет. Будет ли билет, еще неизвестно. Сара, все это будем приедем узнавать. Ну, обратно, да, билеты я взяла, а обратно надо как-то умудриться уехать. Потому что на 6:20 это слишком рано вообще. Я не хочу такое время ползти, одеваться, собираться. И кому охота? Тем более с маленькими детьми. И кому охота? Тебе. Да меня охота, Валика ремонт съездит. Ему на турнир надо. Отправим его на 6:25. Ну, 14:30 уже будет там, ну, уже игра в 14:30. Если или же Сережа 6:20 поедет с Владиком, либо же мы все вместе, если вдруг не будет билета на 14:00. На 10:40. На 10:40, короче, не знаем еще пока. Отвечаю на ваши комментарии. Спасибо. Поздравления. Еще раз с Новым годом всех сегодня. Очень-очень приятно, да. Ну, такое ощущение, что вот 31-го все-таки, ну вот, все-таки 31-го садишься, 31-го отмечаешь полночи, так, грубо говоря, там, ну, до 3-х часов, туда пора отправляться. А 1-го уже чисто отдыхаешь, ну, позадракали, и все. 1-го, уже после 12-го, же 1-й наступает. Да. Логично, логично. Раньше отмечали, да. Раньше куда-то ходили, да, сейчас ну, нам, такого да. нету. Нет, тем более у нас то, раньше было то, что у мамы твое день рождения было 1-го. Да, с моей мамочкой день рождения, с моей мамочкой было 57 лет. Исполнилось бы, да, 57 лет, так что у нас как-то это, ну, 1 января у нас ассоциировалось с чем-то.
Вот, подходили, ну, раньше еще. Нет, нас и вчера звали. Ой, не вчера. Мы вас на сегодняшний день тоже звали. Точнее, день, а ночью. Да не, во-первых, куда мы денем детей, как бы отдал. Это уже в прошлое, не хочу ничего. И, чтобы там где-то посидеть, нет. Выпить, извините, как бы это не нет, то. Нет, с детьми нет. Нет. Да, выпить, если надо, мы можем и дома. Ну да, тем более дети, они у нас бы вчера до утра, мне кажется, не спали, то есть не уложили бы их, потому что вообще никакое. Да, сейчас 2 часа с боем уже их по кроватям спать. Им все равно, они видят музыку, они видят праздник. Я уже с кровати прилетел на Михайлова «Журавль летит в Китай». По второму разу послушал песню эту на первом канале, на «Огоньке», а потом на «Воде ночи», а потом на «Губом огоньке» уже послушал эту же песню на втором канале. Зря еще этого не включил. Я лежала в кровати, да, прилетел, услышал эту песню, мы уже все убрали вчера, пока все куда там, диван, не знаю, нет, диван еще не разбирал. В общем, такие вот дела, такое на сегодня. Да, в принципе, мне кажется, везде, у всех это такое, вот, такая погода, ну куда сейчас, кто-то... В Питере выпал снег, тут снежки мог, когда можно было выйти там поиграть, что-то такое. А здесь месить грязь, месить грязь, а там ужас, лужа и грязь, все, больше сыро или нет, такая не погода. Вот солнышко еще другое дело, ну так нет. Такой вот, да, постельный режим 1 числа. Килограмма 2-3 точно обеспечены. А завтра опять кушать, третьего все-таки мясо. А что мы еще не кушаем? Мы нам еще надо сюда доесть, что у нас дома осталось. Ну, приготовленное, имею в виду, салаты. Все, обязательно надо сюда доесть. Ну, да. Кто-то ползет. Так, кто-то уже проснулся у нас. Хотя бы пора просыпаться. Но Вероника Сергеевна. Вероника Сергеевна. Всем привет. Пижамная вечеринка у нас, да? Вот так вот, все. Тоже сегодня с криками, с орами ложилась спать. Выспалась? Кстати, его будем сегодня монтировать сегодня, чтобы надо было, получается, шкузары выше. Да. Так что это будет, да, последний влог, который будет 2 числа, а там уже будет небольшой перерыв. Не будем ничего соблюдать. Хочется да, отдохнуть. Дело не в воду. Месяц перехватит, да, это все везде. Ну, за 2 дня все это потом все это выйдет. Да, потому что просто целый компьютер точно не хочется. Не наверстаем. Тем более, если мы ехали там на неделю, другой разговор, на 2 дня. Да и тут туда получилось неделя, когда на майские ночи все монтировать, это ужас. Папа плевался, что у него не работали одноклассники. Так, ладно, немножко поболтали, да, 1 числа. Гирлянда горит, это тоже потушили, телефон заряжается. И елочку похоже зажгем уже. И смотрим елки. И полдевятого будем смотреть «Последний богатырь». Так, у нас сегодня свисает во все стороны. У нас уже все проснулись. Мы просто давно проснулись, уже с нами полежали на кровати. Еще нету сыра на сыр. Что на колбасу с сыром искала? А что, уж нету колбасы с сыром? Все поели. Дайте, давайте, это с орехами тоже. Ты с сыром будешь? Не, Владик, включите этот, включите. Илья, включай мультики, Лунтика попросила. Она просила Лунтика. Все, приятного аппетита. У нас суп на обед. Спасибо. Так, ну что, у нас время уже вечер. Не знаю, сколько у нас сейчас уже. 7 часов, наверное, еще 8. Мы начали собирать с собой, господи, фокус, вещи. А, Владь, думай, чем ты поедешь. И что взять с собой, я там, девочки, побегать. А? Вату хочешь? Вату? Ты мне сделаешь вату? Ну, приготовь мне вату. Вероника у нас всегда наряжается. А где твоя резинка опять? А нет у меня резинки, опа. Где твоя резиночка? Это лохматая. Боже мой, вечно лохматая бегаешь. Мама тебя заплела красиво. Где твои резинки опять все? Опять ничего нету. Вероника кушать готовит. Червячки. Червячки готовишь? Пойдемте-ка, давайте собирать вещи, пакет нужен. И пойдем кушать, ужинать. Надо себе правильно лечь спать, завтра в 7 часов подъем. У нас. Эх, твой просто. Да, это ты сейчас такой герой. Пик. А утром как обычно будет. Ну сейчас, 5 минуток, ну пожалуйста, на 5 минуток, да? Нет. Это я без тебя уедем, будешь являться, поняла? А где твои вилочки, зачем... Это вата такая сладкая? Ага. Ну, спасибо, дочь. У нас ужин. Вероника, сядь хорошо. Господи, на это... Сядь хорошо на попочку.
где-то дали картошку, а мы сейчас с Сережей салатик доедим. Вот этот, который остался с морепродуктами, и оливье. Давайте скорей. Тут у нас Кузя. Доедать. Все, чтобы ничего не оставалось. Слышишь, Илья? Кушайте давайте. Ой-ой. Все. Мы уже готовы ко сну. Наш день подошел сегодня к концу. Смотрите, последний фильм. Последний богатый, классный. Вообще супер фильм. Мы на него не сходили. Да, мы туда не попали. На этот фильм, мультик. Как... Что там она ест? Сказка, твой мультик. Сказка, да. Вкусные пальцы, дочь, правда? Невкусные? Но сказка очень классная. Классная, да. Сегодня 1 января. Целый день. Как видите, даже диван не собран сегодня. Там можно даже много, я бы сказала. Да. Сегодня не валяемся на кроватях. Будем собираться. Ой, я жду Динова! Как мы уже сказали ранее, влогов не будет. Влога, получается, 3 числа. Не будет. Не будет. 4-го выйдет влог, да, 3-го числа не будет, потому что я ноутбук еще прям собрать не будем. Снимать будем, да, но выкладывать будем, уже приедем, уже 4-го числа выложим в наш влог. Ладно, будем складываться, все, время по 11-го, ладно, всех. Еще раз, с Новым годом. Как бы празднуется. Вот, да, сейчас что целый день едим. Едим, смотрим фильмы. Да. Что мы делаем, да? Килограмма 4 плюс за новогодние праздники. Чуть-чуть убрать нашу комнату. Да, а, ну чуть-чуть убрать за комнате. Ладно, все, до встречи, всем пока. Увидимся уже завтра. Повторите, да. Ну, Варя, пока. Пока. Всем пока, спокойной ночи, ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Всем до встречи, всем пока, не забывайте. Вот так все убежали, разбежались. Пока, Варя, всем. Всем пока. Вот так вот, танец. Где пока? Где пока? Кто там бежит пока? О, вот он наш маленький Санта-Клаус. Да. Так, все. Всем хорошего настроения. Ой-ой-ой, не могу. Всем пока. Увидимся с вами завтра уже. Ой. Ну, хочу увидимся с вами скоро. Завтра, да, мы начнем снимать, естественно, наш влог. Все, всем пока.